покос травы в Швеции. Все. Рабочий день закончился. Можно и кофейку попить. Нет, надо, видишь, там еще тоже его покосить надо. Под этими, под стульями, под столами. Сейчас он их сдвинет, там тоже проедется. И все. А у него еще ручная есть. Ничего себе. Любой вариант покоса. Что ж, буду выключаться. Такая вот Швеция. Смотрите Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.